Буквально на днях известный телеграм-канал сообщил печальную новость. Известный ведущий Андрей Малахов находится в трудном положении. Как уже давно известно, год назад у него нашли онкологию, с которой врачи успешно боролись, так как она была обнаружена на ранней стадии. Ему сделали химиотерапию и назначили гормональные препараты. Все зрители заметили, что любимый ведущий сильно изменился. Он набрал вес и начал носить парик. Несмотря на то, что развитие опухоли удалось остановить, проблемы на этом не закончились. У Андрея Малахова стало стремительно ухудшаться зрение. Андрей и раньше не мог похвастаться хорошим зрением, а сейчас дела стали еще хуже. Врачи не могут ему никак помочь. Лучшие специалисты говорят, что в России нет такого оборудования, которое могло бы помочь. Для лечения такой сложности нужно ехать за границу. Но тут начались новые проблемы. В связи с войной в Украине Андрею Малахову как работнику телевидения отказали в визе. Несмотря на то, что ведущий не ведет политические программы, он никак не обозначил свою позицию. Он не сказал, что против, и не сказал, что за войну в Украине. Это, собственно, и стало причиной отказа. Сейчас Андрей Малахов ищет выход из сложившейся ситуации. Время играет не в его пользу.